Всю жизнь на спине меня протаскал, из садика забирал. Садик был, в котором Саша занимался, вот, был через 2-3 микрорайона. Поэтому, чтобы побыстрее, чтобы натащиться с ним, я его накидывал на себя, и мы шли домой. Зимой я его возил на санках, тоже вот через эти 3 микрорайона. Ну и что-то он, я не помню, капризничал. А мне уже до того надоело, я говорю, ну, будешь мороженое. А мороз был минус 15, где-то 20. Ну, а он ребенок же, ну, я тоже не намного-то старше, там 5 лет всего. Буду. Ну, я ему купил мороженое и везу его. Думаю, как он ест? Мне холодно, я его тащу, а он еще мороженое ест. Ну, и тут он взвыл. Говорит, я больше не могу его есть. Я замерз.